Здравствуйте, уважаемые любители путешествия компаниями. Обзор газовой горелки Jet от компании Splav, которая как нельзя лучше подойдет под ваши коллективные кулинарные задачи. И начнем с того, что развеем представление о ненадежности вот этих вот проволочных опор. И пудовая гиря в огромной кастрюле далеко не предел для них. Они рассчитаны на нагрузку до 25 кг. Но имейте в виду, что посуда совсем уж с маленькой площадью донышка сюда может не встать. Главной особенностью Jet является невероятная мощность – 5800 Вт. При этом масса вместе вот с таким вот чехлом составляет немногим больше 300 грамм. Согласитесь, не так уж и много для такой-то мощности. Модель оснащена топливопроводным шлангом, причем удлиненного размера в 40 см, что позволяет отодвинуть газовый баллон подальше, дабы он не мешал готовке. Ну и стоит сказать, что модель рассчитана на резьбовой тип баллонов. И если вы хотите применять цанговый тип, то необходимо дополнительно приобрести вот такие вот переходники. Они всегда есть в наличии в магазинах сети Splav. Дальше по сценарию я обычно говорю про использование вот таких вот ветрозащитных экранов. Они предотвращают задувание пламени и ускоряют процесс приготовления. И это действительно правда, так оно и есть. Но что касается Jet, то вот эти вот лопасти на рассекателях – это не что иное, как ветрозащита. И если ветер задувает какие-то части рассекателей, то другие поддерживают горение. Еще одна особенность этой модели – это трубка предварительного подогрева топлива, которая скрыта вот в этой вот вертикальной шахте. Эта опция особенно пригодится вам зимой или в условиях горного похода. Тут все просто. При холодной температуре газ в баллоне замерзает и перестает испаряться, что приводит к затуханию пламени горелки. Чтобы этого избежать, достаточно аккуратно перевернуть баллон вверх дном, и жидкий газ будет стекать в трубку предварительного подогрева топлива, где будет нагреваться и снова превращаться в газообразное состояние. При этом горелка продолжит работу. Ну и субъективный анализ времени закипания пол-литра воды. При наших условиях температура окружающего воздуха около 15 градусов, высота над уровнем моря порядка 100 метров, без использования внешней ветрозащиты и открытой крышкой на кастрюле мы получили 2 минуты 50 секунд. Но имейте в виду, что этот результат может меняться как в одну, так и в другую сторону и зависит от условий, в которых вы находитесь. На данную горелку, как и на любую другую горелку компании Splav, распространяется гарантия 1 год. Ну и постгарантийная поддержка имеет место быть. Обратившись в компанию Splav любым доступным способом, вы можете быть уверены, что вам помогут с ремонтом или подберут запасные части. Посмотреть актуальную цену вы можете, перейдя по ссылочке в описании к видео. Спасибо за просмотр и вкусных вам блюд с горелками от компании Splav.